Здравствуйте, уважаемые слушатели Радио Аврора. Сегодня у нас с вами довольно занимательная передача, поскольку в прошлый раз мы с вами э, говорили о старении мозга. Ну и там были элементы индивидуальной изменчивости. Я пытался рассказать о том, что если вы будете пользоваться своим любимым мозгом, в том смысле, что не только для надевания шляпы на голову, но и там для того, чтобы думать, то вы сохраните более-менее вменяемое состояние до зрелого возраста, и в нем тоже есть свои преимущества. Но и в зависимости, кто как над собой работает, тот так и сохраняется. То есть, в том смысле, кто работает головой, тот дольше сохраняет здравомыслие и лучше себя чувствует, ну, в том числе и потенцию, конечно. То есть этому была посвящена целая передача. Но сегодня задача у нас с вами намного сложнее. То есть мы сегодня будем говорить о очень больном вопросе, который звучит примерно так. А в чем индивидуальность людей? Почему дети так не похожи на родителей? Почему они хотят, так сказать, их зачастую уничтожить или ругаются насмерть? Почему близкие родственники не могут найти общего языка? Почему вдруг какие-то очень дальние друг для друга люди, даже не родственники, оказываются так сказать, ближе друг к другу, чем родная мать и отец. Откуда такая странность в нашем поведении? С чего начинается <coughs> наша индивидуальная особенность? И почему два брата, там, ну не однояйцевых близнецов, это отдельный разговор? Что там с ними происходит? Большой разговор. А близкие братья там между собой различаются невероятно. И договориться, как правило, не могут. В редчайших случаях ему удается находить общий язык общения между собой и своими родителями. То есть откуда берется та самая индивидуальность поведения, о которой мы э, все время говорим? Дело -то в том, что эта индивидуальность поведения, она связана не только с социальными условиями, в которых развивался ребенок. Не только связана с тем, с какое состояние имели его родители. Ну, примеров очень много. Американцы, поскольку любят усыновлять детей, скажем, из трудных семей, у нас это тоже становится модным, они уже очень много лет на протяжении почти 40 лет исследуют последствия. А что с этими самыми детьми, которые вот из трудных семей, там, значит, от родителей преступников, или которые бывали в тюрьме неоднократно, что с ними происходит в хороших семьях? Но оказывается, примерно в 60-70% случаев они встают на ту же дорожку, что и родители. То есть не помогает ни хорошее образование, ни хорошее воспитание, ни отсутствие проблем с одеждой, обувью, с едой. К сожалению, нет. То есть по русской поговорке, сколько волка не кормил, он все равно в лес смотрит. И только около 30% поддаются такой социализации уже, в другой семье и не проявляют дурных или преступных наклонностей. То есть, явно что-то в этом есть. История этого вопроса очень длинная. Пытались его разрешить индивидуальную изменчивость очень давно. Где-то начиная с 17 века уже понимали, ну, это последствия травм, поражений мозга во время всяких сражений, хотя антибиотиков не было, но кое-кто выживал после таких травм, и было замечено, что поразив определенные области головного мозга, мы <coughs> видим соответствующие изменения поведения. И уже тогда, речь идет 1640-1680-е годы, возникло подозрение о том, что существует такой феномен, как локализация функций. То есть мозг это не творожок такой, который у всех одинаков, как считали французские физиологи э, в начале XIX века, имеется в виду флоранс, а кое-что посложнее. То есть этот творожок на самом деле индивидуально изменчив и имеет локализацию функции. Об этом заподозрил э, одним из первых Франц Иосиф Галь, знаменитый австрийский анатом, и невролог. Он, кстати говоря, большую часть жизни, в том числе и диссертацию, написал по головному мозгу человека. Но у него завелся предприимчивый помощничек. Но ну, вы знаете, помощнички зачастую могут <смотрит> так скрасить жизнь, что потом не отмоешься до ее конца. Что произошло здесь? Что же вышло? Помощник Галя Франца Франц Иосифа. Шпуцгейм решил из этого сделать еще и небольшой бизнес. То есть, гешефтик такой организовать. И начал что пропагандировать идею, которая на самом деле была неочевидна и, в общем, спорная. То есть, о том, что у человека вот эти индивидуальные особенности головного мозга, они зависят от того, как мозг действует на череп. Ну, тогда были такие представления, что мозг давит изнутри, и значит, выпирает. Ну а раз выпирает, значит, шишки должны быть. А если шишки, значит, их можно снаружи найти. Значит, ощупываешь череп, находишь шишки. И Французь Галь поддался этому дикому мероприятию, хотя занимался мозгом и стал обследовать, ну, проверить по меньшей мере, эту идею как бы объезжать тюрьмы с известными там душегубами. Устраивать такое тестирование выдающихся философов, а в начале-то 19 века, вы понимаете, философов было сколько хочешь то есть людей, которые умели абстрактно думать и предлагать оригинальные точки зрения на все вопросы было такое процветание, на ту философию особенно. И <свят> стал составлять такие соответствующие карты. Я, даже вот в книжке изменчивости гениально, здесь привожу на некоторых страницах такие карты, в которых соответствующие шишки в соответствующем месте значит, должны соответствовать определенным способностям. Ну, например, любви к детям. Тоже очень хорошая шишка. У кого есть, значит, ну, таких дамочек надо скорее жениться, потому что они будут любить детей. Ну и прочее. То есть, короче говоря, они обследовали очень много людей и устраивали, естественно, с неплохими доходами салоны такие, где всех желающих обследовали, значит, определяли их способности и прочее, прочее. Ну, дело модное было, скук смертное, ни кино, ни интернета, как вы понимаете. Ну, а люди при деньгах и благородного происхождения хотели что-нибудь интересненькое узнать. Всегда же человеку хочется развлечься как-то. Не только ж театр, не только голоногие девицы, которые скачут в ресторанах. Что-то хочется и посодержательнее иногда. Так вот, случилось то, что должно было случиться. Популярность Французского Галя так возросла, что э, среди э, аристократии тогдашней Венской возникла идея о том, что они а проверить ли нашего замечательного и чуткого руководителя на предмет этих самых шишек. Все ли у него хорошо там? Потому что его деятельность очень беспокоило даже аристократию. И решили, может быть, у него там что-то не так с шишечками, и надо бы его вдать Иосифу и Шпутсгейму на обследование. Ну, как только он прослышал об этом прекрасном предложении, он моментально принял решение, что в 24 часа их обоих ученых из Австрии, из Вены убрать. Ну, естественно, те погрузились и поехали в самую передовую страну, которая была на тот момент, на начало 19 века, во Францию. Там Академия наук, 50 бессмертных академиков, ну, в общем, все, вся красотища. Она считалась тогда передовой страной в научном, научной мысли. Ну, и, конечно, Наполеон, Бонапарт, тоже известный интеллектуал в узких кругах, ну, вот. Но тем не менее, в социальном отношении он был, конечно, гениальным человеком, а вот э, к науке относился примерно так же, как и рукчуткий руководитель Австрии. То есть, как только Франсосев с Геймом приехали, он быстренько того посадил в тюрьму, на всякий случай, чтобы денег не возникало шишки у него мерить. Но это тоже понятно, почему. То есть судьба его была незавидная, но тем не менее за ним. Осталось приоритет в науке. Он впервые сообщил человечеству о том, что вполне возможно, что мозг – это не творожок. И он неоднороден. И то, что он индивидуально изменчив, эта индивидуальная изменчивость определяет характер. То есть он, по сути дела, сформировал учение о локализации функций. И хотя травля его была невероятная. Совершенно. Тот же самый Флоранс организовывал всякие провокации, типа приносили ему там череп идиоты и говорили, что это череп Лапласа и требовали значит, объяснений. Ну, короче говоря, как всегда, полуграмотные провокаторы всегда изобретут, чем тебя достать, если особенно их хорошо финансировать. А это тоже было. Он избирался во Французскую академию наук, ну и набрал один единственный голос, естественно. Что людей, которые владеют инструментами, которые позволят при жизни определить свойства, способности человека, боятся всегда все во всех странах, независимо от их социальной структуры, как огня. Потому что объективность, она смерти подобна для кого угодно. Таким образом, дело это утонуло во времени. Француз Галь умер, так сказать, не стяжав славы. Но его ученики, в том числе Поль Брака, продолжили свое дело. И Поль Брака тот самый, который описал речевую афазию, то есть доказал, что повреждение нижней лобной части головного мозга приводит речевой фазии. То есть люди не могут говорить, но могут петь. То есть первое поле, в которое было жестко доказано локализация функций. То есть он сделал это всего на трех случаях, но он стал первым. И потом потребовалось почти столетие для того, чтобы вернуться к этой тематике уже на новом уровне. Почему? Потому что на протяжении почти 70 лет чем занимались? А занимались в основном поиском различий. То есть, ну, первое, что начали делать, вы понимаете. Индивидуальная изменчивость, ага, значит, надо немедленно взвесить мозг. У кого мозг большой, тот, значит, и умный. Не получилось. В чем дело? Оказалось, что самые большие мозги у идиотов. То есть, там, 2800, по-моему, самый большой, насколько мне известно, у человека больного. А вот норма, она где-то находится в районе двух с небольшим килограмм. У меня вот в этой книжке изменчивость и гениальность, которую вот я сейчас открою, она, э, в ней как раз есть списочек масс мозга. Это как раз отрыжка 19 века. В 19 веке считали, что вот эта масса мозга критична. И взвешивали мозги на прополу и у всех подряд. У кого удалось выковырить, а у кого не удалось выковырить, у тех, значит брали черепа и измеряли у них вместимость. То есть, измеряли вместимость эндокаста. То есть, какой примерно мозг. Это там можно вычислить, есть масса приемов. Короче говоря, это удалось показать, что прямой зависимости нет. Я как раз открыл эту табличку. И оказалось, что на верхней ступеньке у нас есть Байрон, Тургенев, Кромвель. Это 2 килограмма и выше. А на нижней ступеньки. Гамбет, оратор политик, Кони, известный юрист, который, кстати говоря, Ленинский эти все писал юридические законы. И Франц Анатоль тоже писатель. А это в районе одного килограмма. То есть эта история не оправдалась. Хотя кое-что из этого извлечь удалось. А именно, оказалось, что когда собрали большое количество проверенных талантов и гениев, Оказалось, что примерно три четверти из них обладали мозгом выше среднего. Ну, вот у нас на границе как раз находится Ленин-Сталин, 1340 грамм, одинаковые мозги, кстати говоря, что тоже интересно. Вот. А все остальные выше, то есть, масса больше среднестатистического, то есть, 1330 грамм от средней по планете, ну, как температура по планете средняя. То есть люди с, с талантами, одаренностями, проверенные временем встречаются примерно там, в 3-4 часа раза чаще у людей с большим мозгом эти способности, чем у людей с маленьким мозгом. То есть это чистая статистика. Почему же? В чем дело? Значит, начали смотреть дальше, начали смотреть следующий уровень от массы мозга начали изучать, а может быть, борозды извилина, может у кого-то там борозды извилин много от этого. ну, сразу же скажу, что больше всего борозды извилин при соотносимых массах тела это у дельфинов, у них примерно в два раза борозды извилин больше, чем у нас. но это не меняет ничего, они как примерно уровень собак, они ну, есть уровень собак, вот это уровень развития дельфинов. нет, конечно если вы почитаете американские книжки 70-х, 70, 60 -70 годов, вы там найдете много потрясающих заявлений, ну, типа того, что дельфины имеют собственную тайную культуру. Вот это анекдот. Они дальше там рассказывали американским генералам в расчете на то, что американские генералы, видимо, представляли себе так, что они подходят к пирсу и, значит, там и отдают приказ дельфинам, куда им плыть и чего делать. Ну, и те, конечно, слушают, сразу все делают. Вот на эту глупость <свят> там выделялись колоссальные деньги, в общем, не только в Америке, но и в Советском Союзе. То есть, на самом деле, там об этом речь не идет, и несмотря на гигантское количество бороста извилин, мозг устроен намного, скажем так, попроще, чем человеческий, и не приспособлен к таким ассоциативным подвигам, как мы. Так что же дальше? Начали изучать борозды извилины. Вот как раз знаменитый отечественный ученый катерев очень любил это дело мокренькими ниточками выкладывать эти борозды из вильны. Но уже в скорости после его смерти все его ученики там пришли к выводу, что это абсолютно пустое, никчемное занятие. Был такой Пинс, который просто откровенно об этом написал, что это бессмыслица, поскольку ничего борозды извильно не дают, и фотографии мозга Выдающихся людей, таких как Софья Ковалевская, Менделеев, там, генерал Скобелев ничем не отличались никакой герифигацией. Но хотя был один клоун из Америки, Шпичка, который выстраивал такие ряды, типа там обезьяны, примитивные народы, а потом, значит, высшие и высший Гаус. Но ну, у Гауса просто было, судя по всему, полигерии, хотя не сказывалось особенно на интеллекте. То есть, <связь> иначе говоря, работа по бороздам извилинам не оправдала себя. У вот людей гениальных и талантливых оказалось зачастую и извилин несколько меньше, чем <связь> у людей бездарных. Вот, то есть, и здесь оказался полный провал. Что же произошло дальше? Долгое время бы так это все и оставалось, если бы не выдающаяся группа немецких ученых, которых возглавлял Оскар Фохт. Вот это не первый Фохт в истории. Там был Карл Фохт, который изучал малоголовых. Я отчасти говорил в одной из передач. То есть он смотрел, изучал, искал людей с маленьким мозгом, чтобы понять, а с какого момента, например, могла появиться речь он с эволюционных позиций это рассматривал. И <смех> <смех> действительно обнаружил микроцефалов, там с микроцефалией веры, которые, в общем, обладали речью там при весе в 400 грамм, то есть близко очень к шимпанзе. Но это отдельная тема, но нас интересует Оскар Фохт, который был директором института Кайзера Вильгельма, крупнейшим неврологом своего времени. Через его кабинет проходили все Неврологические препараты и гистологические, и макроскопические, начиная от беспозвоночных и кончая человеком патологии высшими приматами. То есть он очень был эрудирован и осведомлен. Ну, и когда произошло известное несчастье, в 24 году <coughs> умер Ульянов Ленин, которого решили значит, не только обессмертить мавзолее, но и исследовать его гениальный мозг. В этом ни у кого сомнений не было. А сам Фохт искал всю жизнь настоящего гения вот такого. И в 1924 году ни у кого не было ни малейших сомнений, что мозг Ульянова – это гениальная конструкция. Ну, просто до него никто таких, систем искусственного отбора, которые он ввел в России, не проводил. То есть это было совершенно эволюционно, с моей позиции, эволюционно новое событие, которое изменило существенно динамику эволюции человечества. То есть он ввел систему вот, социализма, то есть, ну, по сути, делал церебральный сортинг вот, более социализированный, чем был до этого. И Фохт купился на это дело и решил, хотел очень исследовать его мозг. И здесь надо сказать, что была некоторая подковерная борьба, потому что Бехтерев своими ниточками тоже пытался, значит, понимая, что это еще и политика большая, получить в свои руки мозг и Ленина, и, так сказать, быстро умиравших в тот момент по разным причинам революционеров талантливых и ученых талантливых. Вот. Он писал письма соответствующие, но там были здравомыслящие люди, такие как. Феликс Эдмонович Дзержинский и Отто Юльч Шмидт, которые сказали, нет, мы будем использовать самые современные интересные методы, которые предлагает Оскар Фохт. И они <throat> решили пригласить Фохта, заплатили ему астрономические деньги. И вот кто читал там произведение, э -э, произведения, посвященные Тимофею Рисовскому, тот знает, что значит, там был Институт в Берлинбухе, на самом деле, построенный на наши деньги, которые пошли в оплату услуг Оскара Фохта. И Тимофей Фрисовский был как раз из того набора из пяти ученых, которые да поехали учиться к Фохту. Просто Тимофей Фрисовский был настолько бездарен, что там, собственно говоря, и остался. А остальные, выучившись, вернулись, потом работали в Институте мозга в Москве. Так вот, Продолжая работу, рассказ о Фухте, он что при, привез? Он приехал сам, организовал, закупил оборудование, поскольку знал, что закупать. Привез с собой все, начиная от лаборантов немцев и фотографов и кончая да, учеными, которые могли бы передать свой опыт. А что за опыт? Дело в том, что в тот момент как раз сложилась ситуация, когда э, э, с помощью огромных микротомов можно было мозг человеческий резать очень на тонкие слои от там 5 до 40 микрон и впервые создать серии мозга сделанные из таких срезов 6500 срезов мозг человеческий укладывается это огромная работа потому что каждый срез надо срезать, провести мозг, сначала заключить в определенные среды, потом порезать, потом больше 25 операций, чтобы покрасть это адская работа. На это уходят годы. И э, тем не менее занялись этим делом, зато точно уж, если что-то было особое, то найдем. Решил фухт и занялся этим. Были привезены прекрасные микротомы с Арториус, фотокамеры Цейса там, и прочее, прочее. И началась огромная работа, которую никто никогда в мире не выполнял. Бродман, который разработал этот метод, оследовал всего два мозга. И потом уехал из Германии в Англию. И на этом, собственно говоря, и кончилось. А здесь удалось, во-первых, собрать коллекцию мозгов выдающихся людей. Это отдельный разговор в книжке у меня кое-что есть описано. И самое главное начать исследовать индивидуальную изменчивость. А насколько. Мозги отличаются, и здесь вопрос стал критериев, а критерии выяснились довольно быстро. Дело в том, что в заслуги Бродмана входило то, что там Эйкона, Коскина, Смита было много исследований, но он основной показал, что конкретные функции человеческого мозга четко и однозначно связаны с конкретными полями коры, той самой, которая покрыта бороздами и извилинами. Вот каждый кусочек занимается определенной функцией и уже к тому моменту набрались результаты, в том числе и травм после Первой мировой войны, которые показали, что да, существует очень четкое совпадение между конструкцией отдельных полей, их около 60 там по-разному с подполями, и э, функциями этих полей у живого человека. То есть, таким образом появился эквивалент между конструкцией неокортекса, и, соответственно, его функциями. То есть стало понятно, что если мы возьмем такой мозг гениального или не очень человека, сделаем эти самые 6500 срезов, потом исследуем и найдем все функциональные границы полей, то есть те, которые видны цветонически. И тут осенила идея: значит, конечно, был толчок хороший из ЦК В КПБ, и наш выдающийся специалист в области мозга. Филимонов, крупнейший цитархитектоник, забытый, совершенно неоправданно, получил такой заказ, поскольку Институт мозга существовал только благодаря тому, что он был при ЦК КПБ, и никто не имел права туда запускать свои грязные академические ручонки, благодаря этому он, собственно говоря, и процветал он получил заказ, соответственно, потому что тогда к власти в Германии пришел Гитлер о том, чтобы показать, существует или нет, достоверно опубликовать в Германии, что и было сделано. Работа, в которой оценивалась индивидуальная изменчивость, включая разные расы. Что же было сделано? И вот тогда Филимонов придумал то, что и стало основой, собственно говоря, индивидуальной базы индивидуальной изменчивости. Он сделал следующее. Он взял, по-моему, 11 или 13 полушарий мозга людей разных рас и народов. То есть там были и грузины, и евреи, и русские, и татары, и буряты. То есть как минимум две расы – белые и монголоидные. То есть европеоиды и монголоиды. Для того, чтобы сравнить. И показал очень важную вещь, измерив 17, 18, 19 поля, основные зрительные затылочные, имеющие очень четкие границы, то есть спорить невозможно. Это бесспорная работа, что индивидуальная изменчивость отдельных людей перекрывает расу. И это было все опубликовано в Германии. Но тем не менее, ну немцы же, так как сейчас англичане, американцы, они же слепо глухонемы, когда их парадигме не соответствует некий научный факт, открытый в другой стране. Ну и поэтому у нас вся наука в России делится на две части. Те, кто лижут известное место у западных стран и меняют свое настроение, впечатление и парадигмы, ровно как меняется то, что написано по-английски. Ну и те, кто занимается, собственно, наукой. То есть, вот, тогда было то же самое. Но, значит, Филимонов, поскольку имел огромную поддержку, он опубликовал эти статьи в Германии, это стало общедоступным на немецком языке, естественно. И с этого началась та работа, которая привела к решению проблемы индивидуальности. А именно, этот же метод измерения площади поверхности полей неокортекса, то есть коры головного мозга, был применен к другим отделам. И что оказалось? И оказалось, что индивидуальная изменчивость головного мозга колоссальна. То есть даже в небольших выборках, поскольку, как вы понимаете, работа это очень трудная и многолетняя, удалось показать, что изменчивость может составлять 2-3 раза. А когда потом спустя много лет измерили объемы, то есть количество конкретных нейронов этих полей, то оказалось, что и даже больше, 4-5 раз. Но самое интересное поджидало чуть-чуть поглубже. Дело в том, что любое поле в нашем головном мозге делится на подполя. Они такие же функциональные, только имеющие менее, скажем так, выраженные функциональные границы. То есть они занимаются частями тех или иных функций, но уже специализированные. Вот по подполям, которые имеют тоже границы, понятные цитоартонические, которые несложно определить, если есть опыт. Оказалось, что эти различия могут достигать не только 3-5 раз, но и даже 40 крат. То есть это говорит о том, что разница по конструкции мозга может составлять десятки раз по отдельным полям и под полям. А это радикально меняет поведение человека. И вероятность того, что из 300 структур головного мозга у вас все совпадет с вашими родителями, равна нулю. То есть комбинация будет заведомо другая. А раз это будет заведомо другая комбинация, то вы понимаете, взаимопонимание найти очень сложно. Ну, представьте себе, амигдалярный комплекс, который определяет нашу агрессию. Да, да на секунду. У вас в три раза больше, чем у вашего брата. Ну, кто кого будет бить, это понятно. У кого амигдалярный комплекс побольше. Потому что он будет, соответственно, подчинять себе поведение. И много-много других различий, которые не менее действенны. А мигдалярный комплекс тем более это опасно, потому что он входит в состав лимбической системы, которая что? Ну, является инстинктивно-гормональным регулятором поведения. Поэтому, когда бабуин показывает зубы, это то же самое, что вы молотите кулаками своего старшего или младшего брата. Он ничего сделать не может. И так по многим другим структурам. Это все было бы ничего все это было потерпимо. То есть мы подбираемся к индивидуальной изменчивости, к серьезной. То есть, ну, если структуры, например, зрительной системы одного человека различаются на всем протяжении, на всех этапах, там, полтора десятка структур, которые нужны, в два-три раза. Понимаете, разница какая будет? Договориться будет невозможно. Потому что просто вы будете вкладывать слова один смысл, а тот человек другой, другой смысл. Поэтому тотальное непонимание в этом есть. Но и это бы можно было бы пережить, если бы не углубленные исследования, в первую очередь, известнейшего второго нашего цитархитектоника Елизаветы Пегасины Кононовой, которая, конечно, блестящий была ученый. Она, кстати говоря, защищала диссертацию еще у Шарко, и, собственно говоря, приехавший из Франции, вдруг выяснилось, что там буржуйские диссертации у нас не котируются, и заставили делать новое. Но это анекдот, конечно. Человек с мировым именем, который разбирался в лобной области человека, лучше, может быть, чем кто бы то ни был и сейчас. Ну, про Запад я не говорю, там у них вообще цитартанических серий не было практически. Там две-три, на весь Запад. То есть уникальный специалист, и она занималась лобной областью. И как раз она стала родоначальником ужасного открытия. Это открытие стоит в том, что она показала, что многие подполя, которые есть у одного человека, могут начисто отсутствовать у другого. Я это описываю в этой книжке, там я как раз привожу и объект ее исследований, это мозг Маяковского, у которого там в 47-м подполе лишнее, которое в других образцах мозга найдено не было. То есть она показала, что существует не количественная, это очень существенная, а качественная разница. То есть иначе говоря, с ее легкой руки выяснилось, что мозг, различных людей может различаться на качественном уровне. То есть между нами договориться очень сложно, потому что есть качественные различия. Но это все равно, что у вас в машине три колеса, а у кого-то четыре или пять. Ну нет, нет субстрата даже для переговоров. То есть вот наличие качественных различий делает наши различия индивидуальными внутри популяции людей больше, чем различия межвидовые. То есть между нами различия очень велики, и они носят практически надвидовой характер. То есть это очень сложная ситуация, поскольку, по сути дела, это тотальное системное неравенство. Да, мы можем иметь плодовитое потомство. Да, мы можем спариваться почти со всеми на этой планете и удачно, с последствиями. Но из мозги изменить не можем. Это самый изменчивый орган. У меня есть книжка такая, посвященная, называется «Церебральный сортинг», где я разбираю вопросы, которые связаны с тем, что мозг эволюционирует достаточно автономно в нашем сообществе, в человеческом, и мало связан с биологической эволюцией репродуктивного типа. То есть у нас как бы две разных истории. Одна эволюция биологическая, связанная с соматологией, здесь одна тема. А вторая это эволюционный процесс, который идет по мозгу, и он главный. То есть в его компетенцию входят там экономика, политика, все остальное, социология, там этнические и э, социальные конфликты как частные случаи, потому что эволюционный процесс они более, носят более общий характер. Так вот, что дальше произошло. А из этого работы, которую проводил Институт мозга в Москве, есть огромное следствие, что было найдены основы индивидуальной изменчивости, а по сути дела и гениальности. Что нужно для гения? Для гения надо, чтобы в его профессии, то, чем он занимается, были все структуры в несколько раз больше, чем у других людей. Если выпадает такое счастье, а это сложно и редко бывает, потому что, как правило, для выполнения сложных функций нужно десятки структур, чтобы были больше, чем в среднем, то и такие гении, таланты единично уникальны. Вот. И, собственно говоря, это дало толчок для понимания основ гениальности и одаренности. Но, к сожалению, приложение таких выводов к использованию в отношении живых людей всегда очень проблематично. Почему? Потому что все это было сделано на мозгах умерших людей с известными данными там, поэтов, музыкантов, композиторов, исполнителей, известных политиков, революционеров даже. И у них известная была история, ученых многих. И понятно, что это как бы ретроспективный анализ. Но ведь интересно, что сделать? Интересно же поймать на улице человека, сделать его прижизненный анализ и выяснить, какими способностями он обладает. Тогда бы решились очень многие своеобразные проблемы. Ну, например, специализация. От чего человек будет получать удовольствие? Многие до конца своих дней не могут найти себе занятий это трагедия, то есть такое всеобщее счастье построенное на том, что человек может заниматься тем, к чему он лучше всего приспособлен. это и есть гармония общества а вот другим способом достичь будет трудно. всех сделать счастливыми принудительными по стойке смирно не получится. Но есть и другая опасность, ведь вы понимаете, кроме гениев уже есть и люди, скажем так, не очень одаренные. И они могут, а чаще всего так и происходит, именно из-за биологичности своего поведения. Ну, они просто живут по биологическим законам, и особенно не церемонятся. Они, как правило, занимают соответствующие достаточно высокие должности, и им не очень хочется чтобы был проведен объективный анализ как их головного мозга, ну, как во времена Наполеона, вспомните, или как во времена Австро-Венгерской империи. Что происходило -то? Страх объективной оценки чиновника, как вы понимаете, он очень велик, особенно его детей, которые уже поехали на Запад тратить деньги. То есть Объективность в этом отношении является, вызывает, как правило, панику, является запретным плодом. Вопрос такой, можно ли это сделать? Можно, да. Можно создать сегодня томографы с таким разрешением, чтобы видеть отдельные нейроны. Да, в большом мозге можно, но их нет. Вас все время обманывают, говоря о том, что есть высокоразрешающий томограф, это для маленьких-маленьких объектов. А большой объект с таким разрешением исследовать нельзя, это ложь. Поэтому, если говорить о перспективах исследования индивидуальность, конечно, надо создавать высокоразрешающий томограф и таким образом начинать тестировать людей для того, чтобы им рекомендовать то, к чему они лучше приспособлены. Мне кажется, что это было бы неплохо, потому что многие так и не могут ориентироваться. Ну, вот. Таким образом была решена проблема не только индивидуальной изменчивости, которая оказалась построена как на коре, так и на подкорковых структурах, которые тоже вариабельны, имеют различия там, в 2-3, а то и 4 раза, и была решена проблема подходов к решению гениальности. Вот в книжке изменчивости гениальности я об этом обо всем пишу, это уже четвертое или пятое издание этой книги. Попытки сделать из этого так сказать, государственную тайну и подбирать людей по реальным объективным, а не имитационным талантам. И не благодаря связям родственников или деньгам родителей, а по их реальным способностям, к сожалению, не увенчалось успехом. И тогда я сдал эту книгу, потому что ну чего скрывать, если это никому. Не нужно. Или те, кому нужно, никогда этого не дождутся. То есть тогда вы понимаете, что человек с способностями, поскольку структур много, может появиться где угодно, в любой глубинке. Без всякого образования из-за от неграмотных родителей. Это не важно. Надо смотреть, что у него в его конкретном реальном мозге. И только тогда оценивать его способности. Если этого не будет, никакие сириусы, никакие... Тестовые системы психологические, которые уже и так ничего не дали, уже все этим наелись досыта, не дадут. То есть это объективный способ, который нельзя подделать. Ну, поэтому, как вы понимаете, он быстрее всего никогда работать и не будет. Вот таки, так, такой сегодня рассказ, немножко затянувшийся. Но сейчас я попробую сначала разгрузить ваше напряженное сознание веселенькими вещами а потом мы перейдем к ответу, к ответам на вопрос. Ну, самое веселенькое – это идея Роберта Данбара, который еще 30 лет назад высказал предположение, что чем мозг чаще больше, тем, мол, где больше будет и друзей. Ну, это очень оригинально, потому что как больше мозг у людей? Есть люди маленькие с большим мозгом, есть большие с маленьким. Есть, например, мормозетки обезьяны, у которых церебральный индекс больше, а уж у кротов еще больше. Крот с большой церебральный индекс. Но умом они не блещут. Так вот, значит, шведы опровергли, наконец, эту глупость. Вот, и показали, что от массы мозга, общительности и коммуникации не зависит. Что ж, а их поздравляю. 30 лет пересказывать эту психологическую ерунду было тяжело. Ну, наконец-то пропорции восстановлены. То есть, оказывается, нет связи. Для этого шведы потратили несколько лет и а несколько сотен тысяч долларов. Есть очень интересные корреляции. А именно, японские ученые задались интересным вопросом. А как размер человеческого носа коррелирует с его половыми органами? Естественно, у мальчиков. Речь идет о значит, причинном месте. И оказалось, исследовав тысячу трупов, ну, чувствуете, японцы, большие аккуратисты показали, что носы в среднем 5,1 сантиметра у исследованных. И при этом половые органы достигают 13,5 см. А вот у кого нос 4,5 см, ну, в среднем, у тех только 10 так что, девушки, обращайте внимание на носатых. Я на себя не намекаю. Значит, таким образом, <смех> теория <смех> была <смех> дополнена. У нас, кроме того, что есть безымянный палец, значит, если он большой, то, значит, и половой орган большой. Ну, и если он больше, чем указательный, конечно. Ну, и ступня. То есть, мальчики с большим размером обуви обычно имеют большие причиндалы. Так что вот японцы занимаются серьезными исследованиями. Это свежайшая работа. Значит, есть еще <laughs> веселенькие Действительно интересные вещи. Это в журнале Current Biology значит были найдены вендобионты. То есть, это такие существа, очень древние, очень примитивные, заря человеческой жизни. Там сильно удалось углубить историю происхождения жизни. До этого считалось, что это 630 там 540 миллионов лет, так называемый идиокарский период, когда все это только-только появлялось, потом неоднократно исчезало. Значит, в общем, нашли э, существ, которые чуть не заглубили не происхождение животного мира на миллиард до миллиарда лет. То есть теперь уже не 600, а 700, 800 и может быть даже миллиард лет. То есть жизнь развивалась на Земле намного дольше, чем представлялось совсем не на, недавно. И доказательства найдены. Теперь давайте посмотрим ответы на вопросы. Я сейчас посмотрю, что пришло, и мы с вами попробуем ответить. В порядке их поступлений, если будет какой метод искусственного отбора без осмотра мозга самый эффективный? Никакого. То есть методом только проб и ошибок. Все равно вон в коммунистические времена отлично обманывали, клялись в вере партии правительства, это уже воровали Такими методами, без исследования мозга, то есть без церебрального сортинга и отбора по способностям с использованием высокоразрешающего томографа, эта проблема никем никогда не была решена. Вот. Анализ прошлого это ничего не дает, это уже все наелись этим. Так что, уважаемые господа, не стоит. Значит, профессор, я вот вас слушаю, других специалистов получают это чисто обезьянье удовольствия, удовольствие. Очень хорошо. Расчешите хвостик. Можно сказать, раз обезьяне удовольствие, значит, надо следить за хвостом. Хоть, а вот мозг мой в этом процессе хоть немножко пользы получает, еще как получает. Он пытается работать, потому что я все время говорю вещах, которые не всегда, как бы так, соответствуют э -э -э популяризации парадигме. Значит чем заниматься, чтобы задействовать ассоциативные области мозга. Каллиграфия, игрой на музыкальных инструментах, это все исполнительское мастерство и каллиграфия. Да, это важно, это нужно для поддержания. Но чтобы задействовать ассоциативные, надо думать. Надо думать не о том, как украсть сосиску или деньги на нее, а надо думать, решать задачи, которые не являются биологическими и не принесут вам немедленной пользы. То есть, заставить мозг работать ассоциативно на решении проблем не биологических, архи сложно. научитесь его заставлять работать, проживете дольше. Влияет ли грудное вскармливание на развитие мозга и умственных способностей, в отличие от искусственного? Если да, можно ли как-то компенсировать, если грудное вскармливание невозможно? Да, ну, если уж невозможно, то придется с этим смириться, но грудное вскармливание всегда лучше. Раньше, как вы знаете, проблема это решалась довольно просто. Э -э, арендовали кормилицу. Если там э -э, молочные железы нормальные по размерам, а ребенок один, то их молока обычно может хватить и на парочку. Так что ищите кормилицу, вменяемую. Больше вам посоветовать нечего. Ну а так довольно сложно химически. Футурализм оно. Добрый час. Почему мозг человека весит 2-3 килограмма, а не двенадцать? Да насколько мне известно, 2-3 килограмма не у всех. 2 800 у известного идиота было. В основном 2 килограмма это у гениев, типа Кромвеля, Тургенева, Байрона. Вот, а 12 вам зачем? Вы им кормить, что ли, кого-то собираете? То ну, он вкусный, конечно, но надо уметь готовить. Вот. 12 килограмм это у китообразных, для обслуживания большой развитой мускулатуры ассоциативные области такого размера, они появятся тогда, когда возникнет биологически несовместимая жизнью необходимость использовать головной мозг именно в ассоциативных областях. Тогда, да, очень быстро отберется такого размера с ассоциативными областями. Я только что потратил целый час для того, чтобы вам объяснять, что не размер мозга влияет на интеллект. Чем определяет степень доминантности? Но вот только что говорил японцы, считают, что длиной половых органов обезьяны, поэтому носят эти причиндалы-мальчики снаружи. Это признак приматов, когда торчит, висит, и там всем видно. Вот доминантность такая тоже возможно. Но можно еще наколками, можно еще голыми ногами задр... оголенными. Пожалуйста, все зависит, какая доминантность Если доминантность биологическая то давайте наканчивайте силиконными мышцами и молочные железы. А если доминантность интеллектуальная, то приготовьтесь к тому, что в 9 случаях из 10 вас вообще не будут понимать. И доминантности никакой не будет. Вас будут считать ну, чудаком, мягко говоря. Поэтому формулировать надо вопрос почетче. Веллер писал, что признаки дегенерации в массе присутствуют на лицах людей Запада. Вейлер вроде не физиономист. И что он считает дегенерацией? Я боюсь, что к нему могут применить те же самые критерии, причем с большим успехом. Лучше по моему такие вещи не заявлять. И так нельзя судить, потому что люди, многие, имеют очень развитый мозг и очень, скажем так, сомнительную или отвратительную внешность. Это между собой не связано. А если он считает, что это связано, ну, это напоминает мне как раз Германию 30-х годов. Читаю очень медленно и постоянно возвращаюсь к прочитанному. А думаю, каждые 2-3 строки. Прочитываю 4-6 страниц с конспектом. Это, с чем это может быть связано? С тем, что вы думаете о том, что читаете. Молодец. Быстрее не получается. У меня, в крайнем случае, редко бывает больше. Если есть содержание в книжке, то быстрее не получится. И, и содержание новое для вас. К сожалению. Получается роль воспитания ноль? Нет, не ноль, к сожалению, Людмила Смирнова. Воспитание имеет колоссальную роль, потому что многие мозги не реализуются. Ребенок никогда даже не знал, что он обладает такими способностями. Для этого и нужен томограф с высоким разрешением, чтобы найти у кого они есть и соответственно их воспитывать. А воспитание нужно, чтобы, извините, для того, чтобы писать, снимать штаны. Элементарное социальное человеческое воспитание остро необходимо. И в Советском Союзе было оно налажено. Сейчас, к сожалению, восстановить это невозможно. Другие, другие принципы надо выводить. Влад, спорить с людьми бесполезно получается. Если понимания нет, лучше трейдин. Так, дальше. Так, можете сказать про так называемую синестезию, когда, к примеру, дни недели, времена года ассоциируются с определенным цветом? Является ли это отклонением от нормы? Ну, люди по-разному запоминают разные вещи. Кто-то, например, изобр... думает о том, что он идет под Тверской, например, и смотрит, и вспоминает, связывает с конкретными витринами конкретных магазинов те или иные воспоминания. Это один из способов. Вот. Ничего страшного в этом нет. Ну, если у вас так происходит, ну, слава богу, значит, вам проще будет что-то запоминать, потому что ассоциативные ряды, которые происходят в человеческом мозге, они связаны обычно, это зрительно-моторно-слуховые. Чем больше компонент, даже пищевые, чем больше компонентов, тем лучше запомнится. Опасен ли общий наркоз для ребенка возрастом 2,5 года? Возможно ли плохие последствия для головного мозга? Всегда возможно. Любая операция – это риск. Всегда наркоз это тормозит. Но 2,5 года – ничего страшного нет. Там Нейрогенез идет очень хорошо и долго еще ему этому нейрогенезу, чтобы начать дифференцировать кору, почти 5 лет надо. Так что особого страха нет. Главное, чтобы не было сосудистых изменений после наркоза. Авторитеты и споры издревле не рекомендовали. На авторитетов, вы знаете, мне глубоко плевать, потому что, если бы они обладали достаточным знанием, они бы устроили такое что о них бы сейчас никто и не вспоминал. Так, знаний не было, понимаете, натур философии задним числом или с дивана, не имея вообще никаких знаний, имея одну прямую извильну, объяснить можно все что угодно. Только это не работает. Я говорил, в науке есть два способа. Предсказание результата и метод известной добавки. Вот эти все рассуждения, они выеденного они стоят. Так, то есть спорить консерватору с либералом имеет смысл по вас, имеет смысл по вас что-то чушь вы спорить зачем консерватору с либералом а разница между ними какая кто из них за деньги а кто по убеждению вы сначала определитесь кто за что трудится как правило эти и другие за деньги поэтому разницы никакой нет Правда ли, что лучшее время запоминания и понимания материала это первые 30 минут? Зачем на 30 минут нужно переключаться на едой вид деятельности, а затем опять взяться за основной материал? Если вы ребенок 6-7 лет то да. если вы немножко постарше, то можно и подольше. В среднем человеческий мозг может работать в течение дня, так достаточно интенсивно, около 4 часов. Ну, с небольшими перерывчиками, там, на ковыряние в носу, пить, я чай, болтовню и прочее. Но достаточно интенсивно, 4 часа. Потом нужно делать внятные перерывы. Можно себя заставить работать по 8 часов, по 12 часов, но потом за это придется расплачиваться. Будет то, что называют депрессией, будет то, что называется усталость. Не хочу ничего, не буду никогда ничего. Вот это вот, чтобы не было, нужно не превышать 4 часа, тогда можно интенсивно. Мозг, к сожалению, это такая очень ленивая коровка, которая доиться не хочет. Так. А каким образом будет на томографе видно количество клеток? Срезанные микротоми серенькие, ничего не видно. Их красят. Да? После того, как сделают срезанные микротоми, их красят. В классическом случае крезил виолетом. И они такие получаются красновато-фиолетовые. Красят в основном что эндоплазматический ретикулум, на который происходит интенсивный синтез. Вот так это происходит. Ну, вот. А на томографе рентгеновский контраст, потому что есть там масса всяких приемов, в том числе фазовый контраст, который позволяет увеличивать очень сильно контраст между окружающими тканями и телами клеток. Значит, о чем идет речь? О том, что тела нейронов, содержащие большое количество вещества нисля, то есть зон синтеза белков, они связывают красители. Это постмортом, то есть у мертвых людей. А у живых они просто обладают большей плотностью поглощения. Это все нами давно проверено. Рентгеновская томография многих животных и даже фрагментов мозга человека нами сделана. Контраст достаточный, чтобы видеть отдельные нейроны. Вопрос разрешения мощности компьютера и размеров томографа, Что, с чем надо заниматься. Теоретическая часть вся сделана. Нужно вложить денежки и построить такую штучку. Больше никаких препятствий, кроме политических и социальных, не существует. Значит, вот, какой, вот такой спор как способ добиться интеллектуального или практического результата. Имеет смысл при примерно равном уровне спорщиков, иначе один не поймет другого или поймет неправильно. Конструкция мозга должна быть еще. Еще древние, то есть в XIX веке замечали, что создав даже произведение, какой-нибудь писатель, художник, музыкант, найдет почитателей только в том случае, когда их конструкция мозга – а кроме этого и образование, подготовка, будет более-менее ему соответствовать. Иначе просто понять невозможно. То есть необходимы люди, чтобы они могли адекватно оценить произведение, иметь похожую конструкцию мозга. Ну так муж с женой живут долго. Почему? Потому что конструкция мозга похожа. Они будут похожи, они передерутся через пару лет. Значит, так, здесь про японца. Как, зову, как звали того японца, что выжигал клетки эмбриона и показывал, что не все генетика детерминирована. Да, этого полно. Сейчас же любой учебник западный начинается не с того, что гена детерминирует все, а то, что эпигенез, нам неизвестен. Но вот потом, когда начинается экспрессия гена, все начинается хорошо. А японцы звали Има, так и пишется. Има. У меня в книжке Эмбриональная форма образования мозга позвоночных. Ссылка на него есть, как и в других книжках, посвященных эмбриологии, развитию мозга человека. Есть ли смысл в крионике? Еще какой? Вы знаете, сколько люди на этом зарабатывают? Это страшное дело. То есть крионика ⁇ это прекрасный бизнес. А если вы в смысле сохранить свои мозги, ну не смешите меня. С тем же успехом вы можете э, клонироваться. Ну, это все из одной серии надувательства. Профессор Евгений Световидов звал нас на совместный эфир. Я не знаю, кто это такой, извините, пожалуйста. Может быть, я, я что-то не понимаю. Да вы просто необучаемый. Советское образование лучшее в мире до сих пор. 30 лет назад я бы так не говорил. К... Мозг это жир и снимать индивидуальной индивидуальная программа, которая играет пластинка э, по прозвищу люди, Человек, которые мертвы, господи, мистификаторов, прошу не беспокоиться, я про это ничего не знаю. Значит, это к папам, там психологам оттуда. Зачем такая разрешающая способность? ли сравнивать общую площадь поля. А как вы границу установить общую площадь поля? Ну напрягите последнюю извилину, то надо как-то стараться все-таки пользоваться головным мозгом. Вот. На этом наша передача подходит к концу, но я должен сделать небольшое объявление. Дело в том, что на э, радио Аврора появляются э, существа широко известные научной и социальной, скажем так, моральной нечистоплотности. Я с такими существами на одном канале выступать, к сожалению, не могу. По этой причине, уважаемые слушатели, я с вами прощаюсь. Тем более сегодня 13 эфир и 13 число. Ищите мистические причины. До свидания.